Это странное видео с разбитыми стеклами прислали жильцы дома напротив. Странное, потому что это не магазин, а офисное помещение. Особо поживиться здесь нечем, но хулиган упорно пробивается внутрь и, наконец, заползает. На улице не холодно, мужчина в одной майке, поэтому вариант «погреться» явно не подходит. Мотива, по сути, нет. Понятное дело, что такая наглость не могла остаться безнаказанной. Группа быстрого реагирования сработала четко. Нами было обнаружено, что разбито стекло на охраняемом объекте, о чем было незамедлительно доложено дежурному и вызвана дополнительная группа для блокировки запасного выхода. Совместно с дополнительной группой был осмотрен объект и под лестничным маршем был обнаружен неизвестный нами гражданин. Зачем он туда проник, прибывшим оперативникам мужчина не пояснил. Может, он этого и добивался, но теперь за незаконное проникновение на охраняемый объект ему грозит до 2 лет лишения свободы. 500 000 штрафа, судя по неадекватному состоянию и поведению, этот ночной гость вряд ли наберет. Максим Васильев, телекомпания «Город».